Нужно различать осуждение и рассуждение. Осуждение заключается в чем? Это надо твердо помнить. Когда я кого-то осуждаю, этим самым я утверждаю, что я бы такого не сделал. И вы теперь поняли, до чего я хорош? Ах, вот так! Да чего же вы хороши! А когда рассуждаю, то я смотрю, вот дело, и для этого дела, что полезно? Этот человек не подойдет, он не имеет для этого соответствующих способностей. Или у него такой-то порог. Я не могу пьяницу нанять на работу, потому что я знаю, что все будет провально. Я не осуждаю. Он пьяница, а у меня что-нибудь другое. Я рассуждаю, что он не подходит для дела, для решения каких-то вопросов. Это рассуждение. Рассуждение необходимо. Осуждение, но если вам хочется показать вам, человек, да чего же я хорош, тогда я осуждаю других. Надо же, тварь какая. То есть я бы такого не сделал. Целуйте мою туфлю.